Вот уже который месяц врачи трудятся, не покладая рук. Каждый день на передовой, рискуя собственным здоровьем, они борются за каждую жизнь. Партия «Единая Россия» решила поблагодарить медиков и 25 мая по поручению секретаря местного отделения партии Ильи Поначевного. Им были вручены подарки – чайные наборы. Мы от партии «Единой России» по поручению нашего главы Ильи Игоревича Поначевного привезли небольшой чайный комплимент, чтобы немножечко отогреть ваше сердце и еще раз сказать вам спасибо и низкий поклон. К врачам, героям нашего времени, также обратился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Успехов. Спасибо вам еще раз огромное. Все жители Дмитровского округа, я уверен, без исключения, благодарны вам и признательны за вашу работу, за то, что вы делаете. Спасибо вам огромное. Берегите себя тоже в первую очередь. Будьте здоровы. В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» всем врачам Московской области, борющимся с коронавирусом, будут вручены подарки от «Единой России». Кроме того, врачи поделились новостями с передовой первого инфекционного отделения Яхромской городской больницы. Больные все еще поступают к нам. У нас на данный момент наше отделение на 60 коек, оно заполнено полностью. Больные поступают каждый день. Кроме того, в соседнем корпусе у нас открыли 30 коек, так скажем, более легких, куда мы переводим больных из нашего отделения, которые уже не нуждаются в кислороде, но они нуждаются в продолжении лечения. И там же, в общем-то, они ждут результаты обследований. И уже из этого легкого отделения они выписываются. То есть все 90 коек на данный момент у нас заполнены. Татьяна Ландаренко, как и все медики региона, теперь вдали от собственной семьи. Мои родители живут на Украине, и я их последний раз видела перед Новым годом. К сожалению, границы закрыты. Когда откроют, неизвестно. Конечно, хотелось бы их обнять, увидеть. Вот. Конечно, передать большой привет родителям, бабушке. Дядя и тетя мои более ближе по расстоянию находятся, они в Деденево находятся, но их я тоже уже больше месяца не видела, потому что мы все соблюдаем режим самоизоляции, так что им большой привет. Также врачи в очередной раз напомнили о важности масочного режима и о соблюдении правил гигиены. Ведь только так можно обезопасить свою жизнь и облегчить работу медикам.